Доброе утро, коллеги. Ну что, по статистике мы с вами все еще в зеленой зоне. Сегодня 6 июля, сегодня пятница и сегодня день нонфарма. Все идеи, которые я озвучу, конечно, они, скорее всего, будут реализовываться ближе к нонфарму. Но, тем не менее, для тех, кто смотрит нас впервые, мы смотрим с вами кластера на бирже CME, а также смотрим рыночный сентимент. Анализируем мажоры по рынку Форекс. Всем привет, кто смотрит в записи и особенно кто смотрит в режиме реального времени. Давайте посмотрим, что у нас же есть на сегодня на европейской валюте. Ну, в принципе, день вчера для Америки на самом деле вышел такой достаточно спокойный. Я ожидал от Америки более каких-то интересных движений, хотя на самом деле их не было. Мы просто видели объемы наторгованные на американской сессии, но каких-то конкретных движений нет. Это заставляет задуматься. Кстати говоря, немножечко про статистику сегодняшнюю. Да, в 15 часов 30 минут Москвы будут опубликованы данные по безработице США, а также данные по безработице из Канады. Поэтому валютная пара доллар-канадский доллар – это будет самая сумасшедшая пара, которая, ну, наверное, возможна. Что хотелось бы отметить, это то, что я жду появления некой ошибки в расчетах уровня безработицы в прошлом месяце. То есть значение пересмотренное, как я считаю, должно быть у нас, ну, немножечко иное. И это может дать какую-то волатильность на рынок. Именно от этого будем отталкиваться. Кстати, сегодня пятница. Работаем по пятнице. По расписанию пятницы, возможно, в стриме обсудим, как будем торговать на нонфарме. Европейцы. Значит, в принципе, ничего нового нету. Мы с вами глобально находимся в боковике. Если будем смотреть объемы всего контракта наторгованного, да, как ранее уже говорили, в боковичке и при этом к верхней его границе. Наша вчерашняя идея попробовать поработать на стопах, которая расположена над хаем от 26, да, все верно, от 26 июня, то есть здесь у нас чуть выше, чем 1.1721 и до отметочки 1.1736 есть стопы других участников рынка, мы их видим, мы их знаем, выглядят они у нас приблизительно вот так вот, да, и здесь будем брать, ловить импульс. Было бы замечательно, если бы это было, к тому же, на негативных новостях по Америке. То есть, ну, не факт, что это, конечно, стопы. В принципе, они могут сработать и до нонфарма, но просто уверенности в том, что импульс будет вот туда, именно на новостях, это было бы круто. На стопы, расположенные под вчерашним минимумом, особого внимания не обращаем, стоят они нелогично. Каких-то других торговых идей здесь, к сожалению, нету. Будем, если уж что-то и торговать, то чисто интрадей. Фунт-доллар, ситуация причем точно такая же, да. Я смотрю что, по комментариям, что кто-то зашортил вчера фунт-доллар здесь и доехал до нашей самой ближайшей же цели, которая была вот приблизительно в районе там 1.3223. Отлично, поздравляю всех с профитом. Что делать сейчас? В принципе, на фунте мы делаем все то же самое, что и на евро. Сидим, ждем. У нас с вами боковичок, есть сопротивление вот этого, да, и есть максимальная поддержка. И также мы еще с вами бьемся вот куда-то сюда, так называемый point of control всего этого безобразия. Примерно он находится, примерно здесь он находится, наверное, все-таки. Ну и идея для интрадея следующая. Да, вот во всем этом движении вверх я бы обратил ваше внимание на вот это вот интересное скопление ордеров и интересное скопление объемов. То есть на бирже CME выглядят они вот как вот эта вот наторгованная пачка контрактов, которая на положительной дельте, на открытии Америки, которая уже давала свой тест при негативном движении вниз. В общем, мы можем предположить, что здесь открытый интерес некого участника рынка остается. Поэтому в диапазон 1.3180-1.3156 можно пробовать искать лонги. Обращаю ваше внимание, что стрелочки здесь, как обычно, нету, потому что в этом месте лучше искать какие-то смены инициативы. В общем, наши любимые паттерны, которые бы говорили о том, что все-таки открытый интерес отсюда, он присутствует и движение вверх вполне возможно. Ну и также необозначенные цели, возможно, на нонфарме состоится, до нонфарма состоится вход, а потом, собственно говоря, движение вверх. Ну, в общем, это было бы все прекрасно, однако это все фантазия. Будем смотреть, как оно будет развиваться по ходу действия. Доллар, канадский доллар. Здесь ничего нового, и единственное, что у нас есть, это определенная позиция. И, в принципе, все то же самое, что мы говорили и обсуждали с вами вчера, во вчерашнем брифинге, да. Здесь я бы выделил следующее, что у нас, в принципе, по всему контракту, если посмотреть, сейчас я вам покажу его справа,
то мы можем увидеть, что весь объем максимально находится здесь, то есть примерно где-то здесь. Фактически даже вот при такой сценарии сильно, если он полетит вверх, то это будет, конечно, неприятно, но это не будет говорить о том, что мы вроде бы там развернулись, восходящие и так далее, и так далее. Хотя будет, как я уже сказал ранее, неприятно. Идея здесь вчерашняя, да, обращаю внимание на накопление, находящееся в диапазоне 32.25-31.82. Если цена окажется выше, чем 32.25, забываем о всяких идеях продавать. Вот, и, в принципе, не забываем о стопах, которые расположены под минимум от 24 июля. И тоже было бы прекрасно, если бы на негативных новостях совместно с европейской валютой эта штуковина бы импульсно шагнула бы вниз, и мы бы на этом, собственно говоря, заработали бы. Доллар, японская иена. Здесь идей нету никаких. У нас сопротивление, диапазончик 110.75, 111.18 и, собственно говоря, поддержка 109.78, 109.35-36, примерно так. Что делать? Ничего, абсолютно, ждать какого-то проявления инициативы, потому что мы просто торгуемся, у нас народ даже уже устал торговаться, он находится весь в диапазоне, да, вот по данным рыночного сантимента, находится весь в диапазоне. Вот в этом, вот да, здесь же примерно, ну это и понятно, потому что последние 3-4 дня мы торгуемся в этом диапазоне, или людям просто негде торговать, кроме как здесь. Каких-то конкретных стопов над хаем, над лоем здесь нету, которые бы мы обращали внимание, хотя нет, смотрите, да, 111.34, внимательно на них стоит посмотреть, возможно это очень интересное предложение для нас. И самое главное, что находятся-то они относительно адекватно, то есть это стопы, расположенные над хаем от 21 мая аж. Но до туда пока еще идти, то есть успеем мы эту тему обмусолить, возможно, может быть даже на нонфарме что-то получится. В общем, приступаем к работе либо после обновления хая, либо после обновления лоя, что из них произойдет, не знаем, не гадаем. Австралийский доллар, здесь у нас ситуация следующая, у нас есть в принципе идея пошортить, которую мы преследовали еще с торгового стрима в среду, и если что, то вход состоялся вчера. И движение вниз для нас с вами пока основное. Здесь... А для тех, кто не воспользовался этой идеей, ну, не, давайте так, для тех, кто идеей этой воспользовался, у кого есть продажа, да, вы сейчас находитесь в небольшом плюсе, советую сделку разгрузить. То есть сбросить половину, либо еще, ну, там, большую часть, да, позиции, если есть такая возможность. Для чего? Потому что у нас, в принципе, мы тупо будем флетить, скорее всего, до нонфарма, а там уже как монетка подкинется. Поэтому без фанатизма, без чего-либо там, да, сидим, надеемся, что движение вниз все-таки стоит, и наша цель 73.45 здесь будет. А для тех, кто в позицию не зашел, списывать со счетов вот это вот сопротивление 0.73.98, 0.74.24 не стоит. В принципе, может быть, и здесь в течение дня в интрадей мы сами увидим какую-то смену инициативы и, может быть, тоже даже пошортим там с соотношением 1:1, там 1.5:1, ну, в общем, как-то так. Вот. Ну, а вообще, в принципе, австралиец, как мы уже ранее с вами говорили, выглядит достаточно шортово, то есть пока ничего такого говорящего об проявлении, ой, сильной инициативы вверх нету. Однако, если мы окажемся выше, чем 74.80, говорить о продажах уже все, надо забывать. Если это произойдет, тогда уже в следующий раз, это получается в понедельник, мы уже с вами будем смотреть на данный инструмент как на лонговый. Далее, золото. Ну, здесь, в принципе, ничего тоже не изменилось. Да, за вчера потусили и, в принципе, не дали нам ни точку входа здесь, ни сдали, ни смену инициативы в шорт. То есть мы просто накопили объем. К слову говоря, объема здесь накопилось достаточно. И, ну, не то чтобы достаточно, да, просто торговались очень интересно. Я сомневаюсь, что здесь прям зашли сильно много-много денег. Конечно, это надо посмотреть изменения открытого интереса. Есть ли оно вообще, либо нет, то может все окажется тем, что вчера торговались, а по факту открытых позиций новых не наторговали. Такое тоже вполне может быть. Вот. И что мы делаем? В принципе, то же самое, что и вчера. Да? Для нас с вами есть зона сопротивления 1262, 1272. Пока мы не оказались выше верхней отметки, говорить о продажах не имеет никакого смысла. Если заскочим сюда, здесь лучше искать смену паттернов, смену инициативы по паттернам и, в общем-то, шортить хотя бы до отметки 1253. Ну и идея номер два, которую я уже повторяюсь, не такая крутая, да, так сказать, чисто для какой-то отработки. Вот
да, ну, скажем так, с меньшей степени реализации, да, то это проявление движения вниз, проявление инициативы шортов, в общем, пробой отметки 1249, и там уже на откате можно будет пробовать шортить хотя бы до 1243. Хотя до Дунфарма, скорее всего, тоже ничего не будет, если уж вчера-то ничего не было на открытии Америки, да, вот таком вот после длинных выходных, то и, скорее всего, до Дунфарма тоже ничего не произойдет. Нефть марки WTI. Здесь, короче, ситуация такая. Здесь, я так понимаю, что у нас вмешивается какой-то политический фактор движения вниз, для нас с вами очень очевидно. Ой, не очевидно, а очень вероятно. И мы с вами застряли в боковике, об этом уже с вами говорим несколько дней. Нижняя граница этого боковика 72.18. То есть, в принципе, даже если вы вот здесь тут вот где-то откупали, да, то это будет по нашей стратегии. Это нормально. И более того, здесь даже есть признаки удержания движения цены. То есть, например, да, посмотрите, как на падении мы с вами видим вот такую вот выкупную дельту. То есть, любое предложение выкупается. То же самое делается и на второй части американской сессии. Выглядит это все вот так. То есть, достаточно много наторгованного объема внизу, который дает реакцию, собственно говоря, вверх. То есть, складывается впечатление, что любую инициативу вниз пока, во всяком случае, находится на нее находится свой спрос. И приступать к продажам мы с вами будем только если уже будет понятно, что мы прошли из вот этого всего объемчика, то есть если цена провалится ниже, чем 72.18, не раньше. Если это произойдет, ждем откат, который вероятнее всего выскочит куда-то сюда. И со стопом спрятано под 73.62, пробуем шортить и ехать до вот этих целей 70.90 и 70.35. Что это за цели такие? Эти цели, это, значит, для нас с вами наторгованные небольшие объемчики здесь, собственно говоря, и здесь, то есть перед большими крупными объемами. В принципе, при вот таком шарте с таким стопом, таким тейком, этого соотношения вполне достаточно, чтобы зарабатывать. Нефть марки Brent, честно говоря, не очень таки мне нравится, как она расторговывается, но идея примерно такая же. Значит, проявление инициативы вниз, то есть обновление минимум от 3 июля, это 76.70, и после этого откат и, собственно говоря, шорт. Про покупки пока тоже речи не идем особо сильно, однако вот это вот, то, что наторговано вот здесь туда, это нефть марки Brent, которую торгуешь на московской бирже. На московской бирже Brent для бренда московской биржи не основная биржа. Основная биржа — это ICE, где торгуется бренд. Поэтому стоит обращать внимание, да, и на CFD, который на CFD, который, наверное, есть у всех на Форексе. И стоит обращать внимание на вот этот вот, на торговочку. Вполне возможно, что здесь есть открытый интерес, который находится не на московской бирже, которую мы смотрим, да, а возможно на бирже ICE. Либо, собственно говоря, на рынке спот. Хотя я не знаю, что там с рынком спот. Цена вот этой торговочки по CFD 76.70, 75.75. То есть, в принципе, пока все тоже лонгово смотрится, даже видим, как уже отделалось все это дело. Ну, вот только пробой ниже, чем 75-75, ну, 76 в данном случае, да, будет говорить о том, что все, аптренд хана, может быть, даже и даунтренд развивается. То есть, здесь вот такой вот сценарий. Фьючерс на доллар-рубль. Единственные объемы, я бы даже сказал, хорошие объемы, и даже не столько объемы, сколько прирост открытого интереса произошел вчера именно на фьючерсе на доллар-рубль, именно с открытия американской сессии. Мы видим, что до открытия американской сессии инструмент заваливался и объемы не нарастали, а вот сразу же после мы видим движение вниз, мы видим дельту отрицательную, то есть инициирующие заявки типа Market Sell, это были основные заявки, да, и мы видим достаточно крутой прирост открытого интереса. Насколько крутой? Ну, это самый максимальный прирост открытого интереса за всю историю данного контракта, который начал свою жизнь там с 15, ну, с середины июня. То есть даже в момент ролловера открытого интереса так не прирастал, как прирос он вчера. А о чем это говорит? Пока особо ни о чем, да, мы с вами можем использовать индикаторы, которые предоставляет ATAS, который позволяет посмотреть, чей же открытый интерес подрос в данном инструменте. И мы видим, что у нас открытый интерес подрос всех, как покупателей, так и продавцов. О чем это может говорить? Ну, пока ни о чем. Это просто лишь только свидетельство в какой-то степени того, что рынок становится в данном случае привлекательным для людей, и вполне люди вовлекаются в этот рынок, и вполне возможно, что мы увидим какие-то интересные движухи. Чего ждать-то от него, собственно говоря? Ну, мы видим, что у нас есть своего рода поддержка, нижняя граница которой 63 тысячи ровно. Пока мы в ниже 63 тысячи ровно не пробились, говорить о продажах, как о трендовом движении, не имеет никакого смысла. Я даже больше склоняюсь к какому-то отскоку вверх, и в принципе это было бы приятнее. Ну, я почему-то доллар-рубль смотрю, так сказать, по бычьему, то есть по лонговому. Об этом я уже говорил несколько брифингов назад, но в принципе повторюсь еще раз. Единственное, что, да, вот сильно рухнувшая нефть может, конечно, данный инструмент
укрепить, вернее, рубль укрепить и, собственно, фьючерс завалить. Ну, посмотрим, как оно будет. И тоже неплохо выглядит фьючерс на индекс РТС. Он у нас вчера подрос, причем тоже хочется отметить прирост открытого интереса, который, в отличие от доллара-рубля, происходил на всей сессии. И на азиатской части, и на американской ее части. И то же самое, как и в доллар-рубле, завлекались в рынок, входили все. И покупатели, и продавцы. В какой-то степени можно даже сказать, что объем продавца нарастал чуть больше, чем объем покупателя, поэтому черт знает, чем все это дело закончится. Здесь пока все лонгово, и тут даже нарисовал я такой вот объемчик и диапазон цен, да, то есть 114-1300, начинается он 113-400, вот здесь может быть отбой, то есть продвижение туда вполне возможно и вполне резонно здесь искать точку входа в лонги, возможно даже на самом-самом крупном объеме, который наторгованный был здесь, цена его 114 тысяч ровно. Максимальный объем перед открытием Америки непосредственно, прирост открытого интереса здесь и к тому же круглая цифра. Грех не зайти в покупку. S&P 500, да, цели по РТС пока нету, ну, посмотрим, как оно будет. S&P 500, значит, есть такие моменты, которые бы я хотел выделить для вас. Ну, во-первых, да, начнем с того, что мы все-таки с вами находимся в боковике, о чем мы говорили ранее. И верхняя граница этого боковика 2748. Сегодня нон-фарм, чем черт не шутит, можем рвануть вверх. На что бы я обратил ваше внимание? Я бы обратил ваше внимание, что с открытия Америки мы всю дорогу с вами практически сидим, тусимся на положительной дельте. И на закрытии Америки все, кто закрывал свои позиции, то есть инициировал заявки Market Sell, все предложение, на него находился спрос. Настолько был спрос, что дельта оказалась положительной. То есть здесь на закрытии все-таки затолкали ее под самый-самый верх. Для меня это некий такой сигнальчик, который говорит о том, что все-таки эта штуковина достаточно сильна и может выстрелить вверх. Поэтому основной сценарий для нас с вами – это продление инициативы вверх, пробой 2748, после этого можно будет ждать откат, но и поехали там по цели 2761, 2780. Пока не больше, как я уже ранее говорил, для меня все-таки движение вниз было бы круче, потому что там объемов нет и сопротивление можно и не встретить. Здесь, мы можем встретиться здесь, мы где угодно можем встретиться. В общем, там надо быть поаккуратнее и без фанатизма. На DAX, в отличие от S&P 500, не стал ждать и вышел из нашего боковика, то есть пробил 12429. В принципе, какой сценарий мы сами рассматривали, но здесь прицепиться к чему-то сложно, честно говоря. И по-хорошему, да, я вот единственное, что смог вам подсказать, это вот откупить от этого объемчика, откуда, собственно говоря, и началась вся эта дело жара. Цена этого объемчика, верхняя граница, 12344, нижняя граница 12266. Если мы туда откатим, поискать точку входа в лонги, либо так просто запрыгнуть, вполне резонно, однако с целями тоже будут проблемы. Первая из них это 12482, вторая из них это 12621, и то, как повезет. Почему скромно? Потому что по той же самой причине, что и S&P 500, да, движение вниз я рассматривал как более приоритетно, просто потому что внизу, как видите, объемов здесь нету. Здесь же мы с вами можем стукнуться об этот объемчик, об этот. И так далее. Все, коллеги, на этом все. Большое спасибо за внимание. Всем желаю профита. Не попадаться на нон-фарм. Во всяком случае, не потерять на нем, а только лишь заработать. А в утреннем брифинге встречаемся мы с вами уже теперь в понедельник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кто еще до сих пор этого не сделал. Пишите в комментариях все свои вопросы. Будем их разбирать. На этом все. Пока.